Привет, друзья! Давайте рассмотрим скетч «Прекрасные актеры джентльменов» в реальной жизни. Наслаждайтесь! Тео Джеймс, играющий Эдди, скоро исполнится 40. Британский актер греческого и шотландского происхождения вырос в Аскоте, Англия. Окончил Ноттингем, получил актерскую подготовку в Олд Вик, был вокалистом Шер Кан. ТВ знаменит его роль в «О Белый Лотос». Второго сезона он номинировался на Эмми. Вне съемок актер Тео Джеймс – любящий, преданный муж, отец. Со своей женой, ирландской актрисой Рут Кирни, познакомился в Олд Вик. Тео и Рут вместе 15 плюс лет и замужем около 6. Рут Кирни, известная как Дейзи и Лондон в сериалах «Следующий» и «Хлопья», ей 39. Рут и Тео играли влюбленных Элизы Кэмпион и Сидни Паркера в «Сэндитон». У Рут и Тео трехлетняя дочь, но утверждения о втором ребенке не подтвердились. Кайя Скоделарио, исполняющий Сьюзи, скоро 32. Кайя – британка, родившаяся в Хейвордс Хит, западный Сассекс, ее родители – бразильянка и англичанин. Известность Кайя пришла 17 лет назад с роли Эффи в «Скинс», и эти воспоминания дороги ей. Встречи с Бенджамином Уокером, будущим мужем Кайи, начались при съемках «Дочь короля» в 2014-м. Их роман быстро развивался. В декабре 2014 года они помолвились. В марте 2015 года в Нью-Йорке расписались и устроили свадьбу в Англии. 40-й год Бенджамину Уокеру, он бродвейский актер. У Кайи и Бенджамина двое детей. Сын 7 лет и дочь 2 года. Несчастьем в этом феврале Кайя подтвердила, что рассталась с мужем, но остались друзьями. Дэниел Инкс играет Фредди, ему 38. Британец, родившийся в Уилтшире, Инкс учился в университете Ланкастера. Известные его роли на Netflix – Люк в сериале «Врожденный порок» и Марк Паркер «Короне». Сейчас ходит много непроверенной о личной жизни Инкса. Во-первых, его часто путают с английским футболистом Дэниелом Дэнни Инксом. Появляются слухи, что женат на модели Джорджии Гибс, бывшей девушке футболиста. Во-вторых, у актера нет присутствия в социальных сетях. Он очень бережет свою личную жизнь. Никогда не берет жену на мероприятие. Редко признается, что у него есть супруга. Знакомство произошло в студенчестве в Ланкастере. У них двое детей, 8 и 7 лет. Джоли Ричардсон, исполнившая роль леди Сабрины, ей 59 лет. Признанная актриса родилась в Лондоне из знаменитой актерской династии. Ее мать, актриса Ванесса Редгрейв, ей 87 лет. Отец – покойный режиссер Тони Ричардсон. Сестра Наташа, умершая в 2009 году в 45 лет от несчастного случая на лыжах, была женой актера Лиама Нисона. В недавнем интервью Джоли Ричардсон призналась в счастье одиночества, обретая свободу в среднем возрасте. После 9-летнего брака с продюсером Тимом Беваном, который закончился разводом в 2001 году, у Джоли были несколько очень публичных отношений. Она встречалась с Робби Уильямсом и Джейми Тикстоном. В браке с бывшим мужем у нее есть 31-летняя дочь Дейзи Беван, также актриса. Она говорит, что хотела больше детей, но, увы, имела несколько неудачных беременностей. У Винни Джонса, играющего Джеффа Сикомба, также 59 лет. Родившийся в Уотфорде, Хартфордшире, Англии, Джонс был профессиональным футболистом, играл на позиции защитника 15 лет с 84 по 99 и впервые появился на большом экране в возрасте 33 лет в фильме 98 года «Замок, запас и два дымящихся ствола», режиссером которого также выступил Гай Ричи. Как и в «Джентльмене», спустя 26 лет у Джонса более 100 ролей и 7 наград. Первоначально Винни Джонс встретил свою будущую супругу, Таню Терри, когда им обоим было по 12 лет, и они жили рядом.
Они женились в 1994 году, когда им было 29, и у них обоих были дети от предыдущих отношений. Сын Джонса Аарон, сейчас ему 32. Его супруга, Таня, скончалась от рака в 2019 году. Он сам позже признался, что был опустошен ее смертью и никогда не женится, расплакавшись в интервью Пирсу Моргану. В 2021 Джонс написал книгу в честь покойной жены. «Потерян без тебя. Любовь и утрата Тани». Макс Бизли, исполняющий роль Генри Коллинза, 52. Британец родился в Бернидже семье музыкантов, неудивительно, что стал одним из них. Бизли до актерства выступал в группах Робби Уильямса, Take That и Jamiroquai. На TV известен по «Угон» и «Джеймстаун». В 20-30 лет Макс был известен знаменитыми подругами, как и игрой. Встречался с Мел Би из Spice Girls, Микой Баррис, Дэнни Минаук, Мелани Сайкс и Сьюзи Эйми. Холостяцкие годы закончились, когда он встретил жену Дженнифер, танцовщицу из Миннесоты, на свидании. Вау! Сейчас Дженнифер. Полноценная мама 9-летней Сабрины Кристины. 9-летний Джанкарло Эспозито, играющий дядю Стена, единственный небританец в основном составе. Американский актер родился в Копенгагене. Дания у отца итальянца и матери афроамериканки. Вырос на Манхэттене. Наиболее известен по роли Гаса Фринга в культовом Breaking Bad и предшественнике Better Call Saul. После развода в 2015-м Джанкарло, кажется, один. Актер развелся с Джой МакМонигейл после 20 лет брака. Вместе они воспитывали 4 дочерей – Кейл, Руби, Шейну и Салуцию. Эспозито часто берет их на мероприятия –